трудовой стаж героя социалистического труда Павла Антоновича Листопадова приближается к 40 годам. Он мастер-виртуоз токарного дела. Работая на изготовлении и ремонте нестандартного оборудования, он часто выполняет совершенно уникальные расточки. На саратовском заводе приемно-усилительных ламп у Павла Антоновича немало учеников. Соревнуется с учителем и догоняет его по выработке токарь-универсал Вячеслав Иванович Куклин. А Виктор Кобин на заводе всего 6 месяцев. Молодое поколение перенимает опыт наставников. Но и самому Куклину есть еще о чем посоветоваться с учителем. Когда работа творчества, совершенствование мастерства бесконечно.